Мандрису? Тебя ж убрали! Тогда вам будет не больно. Мисс Делюкс? Он с обратной стороны здания, возле гаражей. Противник приближается со всех сторон. Пусть маневрирует, иду на помощь! Эй, красавица! Цветочки любишь? Что? Никуда не заезжайте, будьте снаружи, поняли? Ага, все ясно, снаружи! Снаружи? Что? Внезапно Маквин покидает внутренний ряд. Граци и арриведерчи! Я никак не могу прийти в себя, Брэд! Что за чушь так уступить дорогу противнику? Возможно, эта ошибка стоила Маквину победы. Да нет, ты дура! Ты что, все? Не гиннаю! Поглядим, как теперь вернешь остава света! Главное понимание, и все будем целы и справны. Как? Глянуть, кто гудит на улице справа? Куда вы? Только не направо, нет! Ух ты! Это чего? Показательное выступление? Все, мэтр, сними микрофон! Вот они, два наших лидера! Бампер в бампер, они приближаются к финишу. Идут почти вровень! И побеждает Франческо Маквин второй.